только хорошо сыграли. Время еще есть. Ташаев приближается к штрафной соперника. Вот он снова в этой штрафной. Передача назад. Остроумный пас. Надо забивать. И Динамо уходит лидером на перерыв. А забивает Алексей Козлов. Бесподобная комбинация. Касание. Ажурное. Красивое. И действительно прижались к воротам футболиста Уфы. То ли уже тайм, в принципе, доигрывая, в раздевалку отправившись. Но динамовцы, вообще вот ее всю надо смотреть. Не только от прохода Ташаева, а от того, как Ташаева вывели на этот проход. Уже тогда была изящная перепасовка. Уже это было красиво. И была у него зона и время подумать. Да, опять-таки, вот именно так, видите, отыгрались, как здорово они с Жирковым. И сколько пространства. И бегут назад футболисты Уфы, которые каждую атаку до этого встречали все-таки лицом к воротам. Ну и дальше, конечно, отметим Алексея Ионова. Это его передача, скидка, если угодно, на Козлова. И тут уже практически пустые ворота. 25-й номер Динамо посылает мяч. Вот какая великолепная передача, а? Чуть не пякой Ионов. И ведь видел, кому. Алексей Козлов 1-0. Уходит команда на перерыв. Динамо в лидерах. Ну, гол-то игру, наверное, вскроет на самом деле. Вот, мне даже любопытно, что скажут в перерыве, потому...